никогда не приходилось пользоваться статусом телевизионной звезды для того, чтобы утрясти там те или иные какие-то дела? Слушайте, это просто стыдно, как мне кажется. Что ни разу не приходилось? Нет, ни разу. Ну, конечно, если я, во-первых, я езжу в нормальном состоянии за рулем, вот сейчас к вам приехал, поеду обратно, да. Mm-hmm. Естественно, бывают нюансы, когда работники ГИБДД, например, да, видят меня и, скажем, когда я достаю документы, они говорят, езжайте, пожалуйста, Дмитрий Викторович, там улыбаются, там кто-то просит фотографироваться, автограф и так далее, но у меня все документы с собой, они в порядке. Поэтому, а рассказывать, как некоторые эстрадные певицы, что у меня есть талон, вы знаете, у меня тоже был талон. Давно-давно. Ну, я хочу, чтобы вы поняли, что речь про Ларису Долину. Нет, я понимаю, да, прекрасно, что мне кажется, что это, ну, истории каких-то там с древних времен. Разные были, конечно, нюансы. Скажем, ну, знаете как, мы по молодости позволяли себе там, ну, может быть, где-то там, знаете, сдуру совершенно, я сейчас не про пьянку, боже, сохрани, да, например, где-то там повернуть в неположенном месте и все такое прочее, но мы должны понимать прекрасно, что это просто опасно. Нужно ездить максимально внимательно, максимально аккуратно. Mm-hmm. Я, слушайте, ну, грех жаловаться, да, когда ты стоишь на светофоре или там где-то в пробке, сейчас же передние стекла, они уже без тонировок. Боковые, да? Mm-hmm. Раньше было, может быть, чуть с этой точки зрения проще. Многие звезды жаловались, что как нас теперь будут там все узнавать, и люди узнают, сигналят, там я частенько просто, ну, сейчас в меньшей степени, потому что ковидные времена, да, я выходил там и делали фотографии, там я дал какие-то автографы. Это всегда приятно, когда узнают люди вот так вот рядом, бибикают, там на маленькой скорости, в светофорах, пробках и так далее. Поэтому, боже, сохрани, Евгений, отвечая на ваш вопрос.